И снова здрасте. Продолжаем мы играть в Insurgency Sandstorm. Песчаная буря. И я вот как раз ковыряюсь в настройках снаряжения. Сейчас затеров смотрю пулеметчиков. Чтобы прицелом поставить. Кобра. Марс. Что такое? Ты его не посмотреть никак, ну. Господи. Российские прицелы какие-то. ТКАС, наверное, можешь поставить. Я с ним в армии играл вроде как. Так, рекойл. На рекойл ставим. Компенсатор ставим, чтобы нормально можно было стрелять. Так, здесь у него ПМ. Тяжелая разгрузка, а брони у него нет. Ну как-то так, сохраним его. Вот. Сохраняем. Ну что, пойдемте играть? Куда кинет, хрен его знает. Так, аутпост. У меня обычно включены вот эти три. Ну, давай среди них искать. Вот, в прошлый раз у нас было такое ознакомительное видео. Сейчас будем продолжать ознакомляться. И разбираться, что к чему, почему и зачем. В принципе, как бы, как я уже говорил в прошлый раз, игра потная, несмотря на то, что это кооператив, вроде боты, все дела. Блин, очень жестко все. Падальщик с уникальной разгрузкой, которому пришлось не зайти до вспомогательного оружия. Класс. Оп, survival. Прикольно. Одни пистолеты, да? Тут глок однозначно. Увеличенный магазин. И компенсатор. Назад. Разгрузка. Сумка с гранатами. Вспомогательный боезапас. Если дополнительный магазин. Ну, возьмем броню. И что какая-то броня? Легкая броня. Десант. Ну и что, погнали? Что там за стрельба у вас, ребята? Я уже иду. Так, а он в автоматический режим переключается, нет? Лок должен переключаться, сука! Отвалите от меня! Ой. Да идите вы нахрен от меня! Ненависть. Где вы, козлы? Я вас не вижу. Давайте, идите сюда. Давайте. Ну, ну. Что, обоссались? Была движуха, нет? Справа. Я не хочу отсюда никуда высовываться. Я со своим глоком далеко не улезу. Вводим. Так, точка здесь. Блин. Да ё! Ты сука! Просто выходит один выстрел и наглухо. Все, блин, привет! Только после захвата цели. Какого захвата? Какой цели? Блин! Ну это просто шедевр. Он просто выходит, дает один выстрел, и я падаю. При том, что я броню брал и все такое. Ему насрать. Он просто навскид меня сложил. Ах ты мразь ботская. Ну все, кирдык тебе, вешайся. Блин. Сейчас я тебя вынесу. Блин. Давайте быстрее, блин. Мне надо пойти боту этому отомстить жестоко. Ну этого он не убил. Видите как? Рандомная херня. Сука, и главное, что он со снайперкой. Что ты там сделаешь со снайперкой в этом узком пространстве? Не, наглухо сразу. Что это такое у нас? Берем. Что-то я тут взял. I'm okay, погнали. Я что-то взял из оружия. Не знаю, правда, нахрен я это взял.
Но это лучше, наверное, чем Глок. Хотя, может, Глок и лучше. Так. Где это тут? Он сюда прошел. А! Упади, упади, упади. Я тебя по-любасу кручу. Что, валить? Валить, 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 валить. 89 метров до точки. Я что вообще тут делаю? Кто мне объяснит? Что я тут делаю? Погнали. Где команда моя? Пацаны, мне страшно. Это, возможно, по мне даже бахнули. Надо валить отсюда. Что там за крики в здании? Ай-яй-яй-яй! Блин, по открытке бегать это вообще кирдык. Не лезь ко мне со своим ножиком. Ты мразь, а я нет. Не запрыгнуть? Да блин! Что за фигня? Погнали, 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 он упал. Проходим, проходим, проходим. Фигня. Авортар. Это израильское что-то, да? Оп-оп-оп. В какую сторону летел-то? Он стоит. Господи, что это за хрень? Ужасное ружье. Предыдущее было лучше. А! Сволочь! Ты как? Откуда он вы... Блин, ну это вообще. Просто высрался из воздуха у меня за спиной. Собака. Ну и хер с ним. Не, я первый раз вообще играю в этот режим, я что-то не особо понимаю. Ну, не, ну, в принципе, я понимаю. Начинаешь с пистолетом, потом собираешь оружие где-то. Но лично я сделал бы так, что... Вот он его тоже за спиной, что ли, нарисовался? Это чудик с ножиком. Вот, то есть фишка в чем? Фишка в том, что оружие лучше было бы подбирать именно с убитых, а не из ящиков, из каких-то вытаскивать. Как по мне, это было бы более, ну, как сказать, реалистично, что ли. Хрен его знает. Ну, реалистично, да, наверное, было бы. И интереснее. Подбирать именно с них. Грохнул, подобрал. А то, получается, ты... ящики там еще разыскиваешь. Некая. Ну вот откуда высрался этот козел с ножиком? Блин, он просто из ниоткуда высирается. Натурально из ниоткуда. Просто из ниоткуда, тварь, блин. Тварь, падла, гнида. Видите, как потно. Вроде боты, вроде не ПВП. А потненько. Хорош. Он что, один остался? Он один остался, блин. Сейчас сольемся нафиг. Так взял бы дробаш, что ты?
Снежься. Есть, нарисовался. О, промазал. А вот меня тогда не промазал, вышел с одного выстрела, меня сложил. Вон, 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 вон. Да. У него патрон, наверное, тоже на исходе. Хотя у него глок, как у меня, вроде как у него там должно быть дохрена патронов еще. Ну давай, 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 давай. Ты можешь. Я в тебя верю. Это я не могу. А ты можешь. Я-то еще как бы новичок. Мне еще не положено. Меня нельзя спрашивать, я новичок. Ха-ха-ха, чего это он его не ткнул ножиком в спину? Отошел даже от него. Был там один за лестницей, в щель было видно. У него, я понимаю, 3 минуты на захват или что там? Ну, надо точку забрать. Если он ее не заберет, все будет плохо. Давай, давай, давай. Ты можешь. У меня по пингу-то 44, нормально. Ай! Бывает, чувак, бывает. Что поделать. О, у нас чел сливал вертом. Go. Понеслась. Мы теперь менты, мы с пистолетами. Полиция, ёпта. Патрульная служба. То, что мы так одеты, не обращайте внимания, у нас учение, мы учимся быть солдатами, а не полицейскими. Короче, мы идиоты. Опа. Да, ну это вот что было сейчас? 3 раза я в него попал, ему насрать. 3 попадания, ему насрать. Ребят, ну что за фигня? Опять что это хрень какая-то? 3 попадания в грудак, он падать должен. Не, он берет, взрывается. Ну ладно. Что я могу ответить, блин? Ну, игра так сказала, значит, так оно. Так, так тому и быть. Галил Сар. Что за прицел у него? Отдача ужасная. Иди к черту, блин, как вы прошли мимо него, блин? Союзнички вашу ж мамашу. Боят, смотрят, блин. Всей толпой пробежать мимо его, блин. 16 М16, я лучше М16 возьму. Галил, чё так? Галил должен быть в обвесе, у него отдача слишком здоровая. Один магазин полный. Заблокировано. Ладно. Блин, я испугался, что там мужик сидит. Блин, я отстаю все время от команды. Команда, стойте, ёб твою мать. Вы видите, что я отстаю? Вы должны остановиться. Командный дух у вас должен сработать. Вы должны остановиться.
Что там у нас? Ой-ой-ой. Так, наш уже опять куда-то подбрался. Вперед. Что делаешь, а? Смотри! На что? Не понял. Что это было? Он все это время за мной бегал. Он меня преследовал. Вот же мразь. Я сейчас чуть в обморок не наложил. Это вообще жесть. Как так-то? Не понял. А, нет, это пока ладно. Странно. Напоминающий человека, который куда-то целится. Погнали, погнали, погнали. АКМ. Это 7.62, по идее, должен быть уже. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Я за трактор спрятался. Да, блин, опять возле меня что-то щелкает. Погнали на объектив. Да, блин. Ты меня так не пугай, я чуть не пристрелил. Чего? А есть что-нибудь другое? Ой-ой-ой. Ела-ела. Кто чего ела, я не понимаю, но... Насчет того, что двигаться надо, это факт. Вопрос только, сдох он или нет. Дайте мне пулемет. Стрелять, ёптать, надо, а не смотреть. Пипец, как в который раз они уже так делают, блин, странные ребята. Все, я за них должен, блин. Ну, там уже кто-то падает. Надеюсь, это не наши. Опять эти высирающиеся, блин, где-то в тылу. Говнари. Ножами. Сволочи! Так, куда теперь? Куда нам теперь? Теперь нам сюда, 258 метров. По стройкам. Фига себе, тут трупов навалено. А им тоже нормально все пока мест. Что там происходит? Все? Все? Или тебе еще добавить? Хватит. Твою мать, со всех сторон. Жесть. Да блин, ну как опять в спину? Да боже, команда, вы что-нибудь делать будете? Я один играю. А, вы бесите.
Блин, пипец, вот ты все время на 360 должен воевать, потому что нигде, ни на фланге, ни в тылу, никого нету. Блин, где они шарятся, все эти, блин, гении, блин, тактики войны? А-а-а! Союзнички! Мозг! Мозг! Понимаете, руки, рефлексы, это классно, но мозг! Мозг! Включайте эту штуку. Прикольную, она вам поможет. Блин. Чувак, он побежал на точку. Посмотри по карте, мое. Ты посмотри по карте и беги за ним. Он один там сдохнет. Ферштейн, куда ты со своей оптикой вообще в здание полез? Что происходит? Что творится, а? Здорово! Как дела? Нормально все? Опять высрался вот из ниоткуда этот, как его, физик. Ну, оба на точку давайте, вам ее нужно забирать. А может прицел? Может не будешь выделываться и прицел? Блин, мой... Что это было? Беги! Беги, run, forest, run! О, этот дробаш достал где-то. Хорош. Вон этого еще. Вот слепошарый дурак. Это свой, свой? Нормально? Они могут, могут. Заблокировано. Ну, то есть там где-то рядом еще противник. Но они могут вытащить сейчас. Если они будут тупить. Давай с дигла вали всех нафиг. Выстрел фраг, выстрел фраг, блин, дигл рулит. А он его свалил, свалил. Прикрыл. Вот, вот, прикрытие. Куда ты кинул? Вот это было прикольно. Куда он кинул гранату, хрен его знает. Все. 0-2. Мы просрали дважды. Такое вот ознакомление у меня происходит с этим режимом. 4 ассиста успел сделать. Прикольно. Ну вот, видите, проблема в чем? Проблема именно в том, что ребята просто разбегаются. Ну вот разбегаются. Каждый в свою сторону. Один туда, другой сюда. Один сюда, другой сюда. И получается, что одни на точке еще на одной, а другие уже к другой бегут. И получается, что боты выходят против троих, допустим, а не против всей команды. Сколько нас? 8? То есть 8 человек нас, японский бог. Восьмером мы можем разнести всех в хлам. Но воюют не 8, а воюют трое. А пятеро где-то в другом месте сидят. Контакт. Прямо цель. Не вижу. Не вижу, блядь. Где цель? Сука. Давай, 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 давай. Пошли, пошли. Левую дверь кто-нибудь контролит? Нет, бляха-муха. О, про пидоров уже зазвучала русская озвучка. Вот опять выбегает он с этой СВДХ, один выстрел и все, у нас минус. Чисто. Но это только вроде. Да откуда он здесь взялся? Чувак, как ты контролишь комнату-то?
Чувак сидит в углу, контролит комнату, у него человек забегает в центр, он только тогда его видит. Что за где? Погнали, 161 метр. Что-то опять рассыпемся и начнется. Двое прибежали, сдохли, потом еще двое прибежали, сдохли. Это проблема командная здесь. Играют ребята хорошо, стреляют хорошо, сами видите. Это я днища, они классные, они умеют. Хреново, что медиков нет. Медиками было бы прикольнее. Так, куда я вообще лезу? Нам нужно вообще проходить насквозь здесь и идти туда. Время надо назад оглядываться теперь из-за этих уродцев. Что за стрельба? Двигаемся на следующую. Здесь я уже оружие брать не буду. Ты же мертвый, ты стрелять не можешь. А ты можешь. А-а-а! Хорошо. Ну вот опять рассыпались, пипец как. Все куда-то бегут, бегут, несутся. Срочно, срочно, срочно. И получается, что отстающие все время есть. Давай. Продвигайтесь, блин. Упал. Все. Куда ты попёрся-то своим ножичком? Если бы ты со спины подлез, другое дело, то в лоб на автоматчика, идиот. Что, проходим дальше? О, дробаш! Куда ты пуляешь? А ты куда смотришь вообще? Не обгорелый. Надо. Где он там? Хрен с ним. Поймали.
Блин, опять я никуда не успеваю. Дабл. С одного выстрела. Это прикол дробовиков, ребят. Дробовики такое могут здесь. Да, у меня за спиной был чел с ножом. О, боже ж ты мой, как прикольно, прикольно. Как охрененно, как. Нет, здесь в этом режиме реально роляет команда. А команда у нас что-то как-то рассыпаться любит. А погнали? Что я там взял? Упал. Куда вы стреляете там? Что происходит? Точка где? Вон она где. А чё мы тут тогда стоим и стреляем? А ну... Своего хоть не попал, уже хорошо. Крестиков здесь, кстати, нет. Чтобы стрелять от бедра, нужно поставить лазер. И целиться только через лазер. Ты ж японский бог, смертник. Совсем нехороший человек. Пошли, пошли. Попал. Да блин! Что делаем-то дальше-то? Что делаем-то? Дальше-дальше, что делаем? Что делаем? Блин. Не делай так больше, мужик, не делай. Да господи. Да блин, ну... Отошел же вправо, ну как ты попал-то? Просто конченый долбоеб, реально. Кто там? Кто конченый? Кто у него там конченый? Кто долбоеб? Кто у него там конченый? Это интересно даже. Что там у нас? Место эвакуации. Ножик в спину. Но вот сейчас опять же ушел вроде за стену вправо. Как он меня через стену туда стал? Через эту железную. Опа! И опять мы. 0-3! Мы дно. Ну ладно, я дно. Хорошо. Но как остальные сливаются, я не очень понимаю. Как так-то? Мусорщик из поднятого оружия. Любимое оружие — пистоль. Блин, что-то нас бьют ногами. А, следующий сценарий. Ну, блин. Survival. Может, прочие сценарии посмотреть. Но хотелось бы пройти. На самом деле. Но оно не проходится. То команда затупит, то команда опять затупит, то какая-то фигня происходит. Челик у тебя за спиной нарисовался. Или он через толстенную эту железную хреновину меня убил последний раз. Хрен его знает как. Непонятно. Причем я вроде стрелял под тем же углом, как там, вроде как через две точки можно одну прямую только провести, если в геометрию верить. Влажные салфетки
Куда? Всегда берите с собой влажные салфетки. Куда? Куда их брать? Матч начнется. Все расстреляют дверные петли. А, тут даже дверные петли можно расстрелять. Тогда дверь сама свалится, как только ее пытаешься открыть. Ну чё? Так, уличный магазин, компенсатор, основная броня, легкая броня. Масса 60%. Но очков-то больше нет. А зачем мне дымовая? Лучше еще одно очко освободить и повесить на пистоль еще что-нибудь. Лазерный прицел, например. Сменить класс. Здесь нет классов. Контакт? Он же видит кого-то с места прям. Мы еще не стартанули. Он кого-то видит. Погнали. Что за сизит? Мы теперь опять менты. Опять с пистолетиками. Погнали. Куда ты стреляешь? Тут нет никого. Ну пусти, дай мне пройти-то. Твою мать. За спину смотри, балбес. Я чувствую, мы здесь так сольемся с такими темпами. Так. Откуда-то стреляют по мне. Спиной нет какого-нибудь чмыря с ножом. Давно их что-то не было видно, блин. Особенно после того, как я, блин, подстрелил своего, пытаясь завалить этого козла с ножом. Я менять пока не буду, пока меня устраивает эта пушка. Пошли. Блин, узкие пространства, и мы бежим этой очередью, блин. Промахнуться по нам сложно. Сложнее, чем попасть. Нейтрализован. Пошли дальше. Надо откадышиться. Разрядился, все. Погнали. Не-не-не-не-не! О, нормально. Это круто. Мне понравилось. На выступ упал. Так, у нас кто-то уже набрал, блин, нифига себе разрыв. Мы черти где, он уже набрал. Не!
меня патроны скоро закончатся. Опять галил ваш этот сраный. Куда? Сзади, сзади, сзади! Проходит справа. Погнали дальше. Что-то мы сейчас весело идем. Почти не тупим. А где он? Попал. Внизу, внизу, внизу. Вон он, вон он, вон он. Не, упал, упал. Все, 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 все. Чисто. Сейчас по-своему было недолго попасть. А-а-а! Фрицы в дом. Воу. Вот я сейчас перекакался. Говоря вежливым языком. О, господи. Я бы пока им брать не стал. Погнали, погнали. Нейтрализован. Нейтрализован. Погнали, погнали! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас вроде команда собрана. Ребята собраны. Предельно собраны. Господи. Начинается. Нейтрализован. Нейтрализован. Хорош. Хорош. Да, кто-то упал. Блин, хреново. Еще до точки не дошли. Нейтрализован. Дальше. Нейтрализован. Дальше. Нейтрализован. Дальше. Красный. Зеленый. Пошли, пошли. Левый сектор. 9-12. Прямо цель. Нейтрализован. Черт. Патроны на исходе. Нейтрализован. Дальше. Пошли, пошли. Что за взрывы-то?
нейтрализован дальше. Что за взрывы, я не понимаю, что там взрывается? Смертник сзади. Слева, видимо, на левом фланге он был. Есть захват. Хорошо. Твою мать. Ну что там у нас? Нейтрализован. Нейтрализован. Цель внизу была, блин. Я под таким углом мог и не увидеть, если бы он оттуда прошел. Позиция не очень. Черт. Нейтрализован. Быстрее. Нейтрализован. Блин. Они сами сейчас зажгли эту хрень, пока не прогорит, они здесь и не пройдут. Что, наши уходят? Не понимаю. Нейтрализован. Да, господи! Что происходит? Откуда стрельба? Мы что тут вдвоем что ли остались? Это мы типа эвакуировались. Да, вот оно, победа, победа, круто. А, вот это жесть. Ну, кстати, с первого же раза. Больше всего захвачено у меня 7 объектов, прикольно. М4-1 любимое оружие, ну да. Батл чего-то там, бандл какой-то. Настроить под персонажем. Перейдите в раздел «Внешность». Окей. Ну что, жесть? Как по мне, жесть. Давайте закончим игру на этой прекрасной ноте. Опять начнутся сливы. Нет, ну, в принципе, как бы... закончить игру. В принципе-то, как бы... нормально, отстрелялись. Смотрели режим вот этот вот выживание, Survivor. Ну, что можно сказать? Он очень сильно висит на команде. Ошибка команды, все. Там вот сколько раз мы слились. Ребята стреляли отлично. Вот я за них смотрел, они стреляют хорошо. Ну, по крайней мере, так выглядит, что они стреляют хорошо. Но, блин, нет командного взаимодействия. Все, слив, 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 слив. До свидания. Ничего тут не сделаешь. Вот. В принципе, здесь и другие режимы тоже висят на команде.
не так часто один там хороший стрелок, даже классный стрелок, может здесь что-то вытащить. По большей части вытаскивает именно команда. Это мне игра, кстати, и нравится. Это классно. Командная, тимплей, вот командная работа, это хорошо. Это здорово. Я люблю это в играх. Ну и с пистолетика можно было пострелять. Все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Будем продолжать в эту потную дичь рубиться. Потому что, ну, тут реально круто. Это крутой кооператив. Вот реально крутой кооператив. Мне он нравится. Так же вот, как тот же Left 4 Dead и вот эта игра, вот эти два кооператива, они мне реально нравятся. Вот. Поэтому будем продолжать в них играть. Приходите еще. Прописывайтесь на канале, проставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег. Всем пока.